В общем, мытищинские пляжи вскоре ничем не будут уступать хорошим курортам. Наши корреспонденты сегодня спросили жителей, что необходимо предпринять в обустройстве пляжных зон. Где песок есть, где не особо, наверное, глубоко для ребенка, потому что он плавать умеет, поэтому как-то чтобы безопасно было. В данной как бы эпидемиологической ситуации, то есть особо-то негде отдохнуть. Мы ездим на 314-м. Нам все нравится, потому что там есть и песок, и есть трава. Там есть места оборудованы для того, чтобы можно было компанией собраться и шашлыки сделать. Раздевалки, лавочки, туалеты, не знаю, чтобы было чисто, аккуратно, чтобы было приятно ходить. Покушать что? Кафе там, посидеть, место хорошее еще. Ну, главное, чтобы там купаться. Безопасность тоже важна. Все-таки хорошо было бы, если был бы еще и спасатель, который наблюдал бы. Ну, во-первых, свободный доступ. Желательно песочек, как на море, конечно. Какая-то рядом инфраструктура, чтобы можно было с детьми поехать.